16 медалей завоевали пловцы из Петродворцового района на открытом первенстве Кронштадта «День Стайра». Отличились воспитанники спортивной школы «Манеж». Всего на турнир школа выставила 30 человек 2007 года рождения и старше. Успешнее всего петродворцовые пловцы выступили в индивидуальном зачете на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем. В этих дистанциях представителям района досталось 10 наград – 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Первые места на счету Дарьи Наумовой, Ивана Дементьева, Николая Смагина и Анны Редько. В эстафетах 4 по 50 и 4 по 100 вольным стилем у воспитанников манежа 6 медалей, 4 команды. Золота и 2 серебра. Весьма достойный результат. Всего в Дне Стайра, так называется турнир, участвовало 120 спортсменов. Следующие массовые соревнования в бассейне Кронштадтской спортшколы намечены на апрель. В бассейне соберутся 250 пловцов с Кронштадта, Сестрорецка, Ломоносова и Петербурга.